Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео я покажу вам, как сделать длинные чипсы. Естественно, такие чипсы, как в магазине, у нас делать не получится, поскольку здесь содержится вся таблица Менделеева, но только не картошка. Мы сделаем кое-что свое, вкусное и натуральное. Первым делом нужно почистить эту картошку. Теперь уже почищенную картошку нам нужно порезать на маленькие кусочки и подробить в блендере до однородной массы. Когда картошка будет примерно в таком состоянии, как у меня, нужно будет добавить сюда воды. В итоге у нас получилось примерно вот такое вот сырое картофельное пюре. На этом этапе нужно добавить сюда соль и приправу по вкусу. И опять немного перемешиваю, чтобы приправа распределилась равномерно. После того, как мы слепили более-менее густое тесто, его нам нужно раскатать. Но раскатывается оно немного тяжело, поэтому времени нужно будет потратить немного больше. После того, как мы раскатали тесто, нужно разрезать его на большие куски, такие, которые по длине напоминают обычные длинные чипсы. Вот так вот выглядит нарезанное тесто для чипсов. Теперь нам нужно обжарить это тесто на сковородке. Вот такие вот чипсы получились после жарки, если вы заметили, то когда я доставал их из сковородки, я их клал на бумажное полотенце. Это нужно для того, чтобы бумажное полотенце впитало в себя масло и чипсы стали хрустящими. Но прежде чем закончить видео, хочу сказать вам важную информацию. Если вы кликните вот сюда или перейдете по ссылке в описании, то вы попадете на крутой канал, который вас очень сильно затянет. Множество химических, физических опытов и самоделок не дадут вам покоя. Переходите и смотрите. Это очень вкусно, особенно если вы добавите приправу, которую любите вы. И если вам нравятся эти чипсы, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и всем пока!